Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Все для самостоятельного изготовления шкафов-купе. Распил ДСП. Готовые к работе элементы из МДФ. Детали из стекла и зеркал любой сложности. Яркие фасады дверей. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». 69-400. Африканская чума свиней на пороге Кировской области. Вирус обнаружен у соседей в Нижнем Новгороде. Об экстренных мерах безопасности, а также другие новости далее. Эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». В Кировской области клещи покусали почти 12 тысяч человек. Из них почти 1500 пострадавших обратились за помощью на минувшей неделе. В области 87 человек заболели клещевым боррелиозом, еще 20 – энцефалитом. В области усилят меры по недопущению заноса африканской чумы свиней. Вирус на днях обнаружили в соседней Нижегородской области. Теперь у нас ужесточают контроль за ввозом животных, а на свиноводческих фермах будет усилена защита животных от инфекций. В Кирове проведут акционирование центрального рынка. Другими словами, муниципальное унитарное предприятие преобразуют в акционерное общество. 100% пакетом акций будет владеть город, а их продажа будет возможна лишь с согласия депутатов Гордумы. Такая модернизация рынка, отмечают специалисты, значительно облегчит процесс по его полной реконструкции. В Кировской области зарегистрирован рост зарплат. Сейчас кировчане в среднем получают в месяц 22 200 рублей. Это больше, чем в прошлом году, почти на 5%. Однако с учетом сложной экономической ситуации, реальные доходы жителей региона заметно снизились. Показатели упали почти на 9%. В исправительной колонии номер 6, которая находится в Омутнинске, собрали первый урожай арбузов. Сообщается, что средний вес плода 7 килограммов.